Что такое укропная вода? Какими свойствами обладает укропная вода? Как надо применять укропную воду? Смотрите видео до конца и узнаете, как можно использовать укропную воду. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Укропная вода продается в аптеках. Дома ее сделать не получится, потому что для приготовления следует выжимать в специальных прессах эфирное масло из семян укропа и фенхеля. Настоящая укропная вода содержит только эфирное укропное масло и воду. Какие полезные вещества есть в укропной воде? Укропная вода отличается высокой концентрацией полезных веществ. Она содержит душистые эфиры, способствующие повышению мышечного тонуса. Такое вещество, как анетол, оказывающее послабляющий эффект. Естественный антиоксидант – каротин. Витамины группы В, витамины Е, К, С, ПП. Железо, участвующее в образовании гемоглобина. Марганец активизирует иммунитет. Медь, способствующую повышению активности работы сердца и сосудов. Цинк, необходимый для стабильной работы центральной нервной системы и органов пищеварения. Фосфор, необходимый для укрепления и роста костей. Натрий, участвующий в водно-электролитном балансе. Укропная вода – просто комплекс полезных ингредиентов, поэтому и свойства ее не только ограничены воздействием на кишечник. Какими свойствами обладает укропная вода? Как уже было сказано, укропная вода положительно воздействует на кишечник, снимает спазмы, убирает вздутие, улучшает моторику. Кроме того, укропная вода в силах способствовать выведению шлаков, поскольку обладает мочегонным и слабительным эффектом, тем самым очищать организм от вредных, дестабилизирующих его работу веществ. Успокаивает, снимает повышенную раздражительность и агрессивность, борется со стрессом и депрессией, способствует спокойному сну и быстрому засыпанию. Обладает обезболивающим и расслабляющим эффектом, уменьшает спазмы и снимает напряжение. Улучшает проходимость сосудов, стабилизирует кровоток, разжижает кровь, помогает нормализовать артериальное давление. Обладает противовоспалительным действием, нейтрализует воспалительные изменения в желудке, воспалительные изменения в желудке и в кишечнике. Помогает удалить камни и песок из почек, обладая способностью ускорять фильтрацию почек. Выводит токсины, нейтрализует чужеродные белки, особенно находящиеся в кишечнике. Как применяется укропная вода? Использовать укропную воду можно даже новорожденным. Малышам укропная вода помогает улучшить состояние кишечника, снимает колики, способствует отхождению газов. Ведь детский организм еще слаб, а желудочно-кишечный тракт несовершенен. Взрослым укропная вода поможет в следующих случаях. При запорах, поскольку стимулирует перистальтику, по столовой ложке несколько раз в день. Если часто вздувается живот, беспокоит тошнота, развился дисбактериоз, то следует применять укропную воду по столовой ложке 5 раз в день. При воспалении в мочевом пузыре укропная вода поможет снять неприятные симптомы. Для усиления лактации принимать по 30 мл 2 раза в день. Укропная вода, применяемая регулярно, способствует похудению, поскольку выводит шлаки, способствует очищению кишечника и удалению избытков жидкости. Укропная вода стабилизирует работу центральной нервной системы, помогает справиться с неврозом и бессонницей. Применение укропной воды способствует очищению сосудов, помогает работе сердца. Таким образом, широкий спектр возможностей, абсолютная безвредность, за исключением редко возникающей индивидуальной непереносимости, позволяет применять укропную воду в любом возрасте и при целом ряде состояний. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!